гуляем. Очень интересно. Тут еще вот такие интересные остатки. Надо понимать, это был танк. Возможно, Т-72. Вон машинка лежит, отдыхает. А у нас просто продолжение истории про наших крутых офицеров. Что мы идем наши, дальше нашим барахлом. Вот, пацаны катаются. Вот. Что же это? Это похоже на у вас подсриот. Еще интересно. Да, он новый, то есть еще даже вот пленка на этом сиденье. Прикольно. Зеркало. Вау. Сколько всякой фигни. Вот. Ну, в общем, так я о чем. Не хотят они ехать на машине, а типа что вот. Идите, забирайте пешком. То есть машину могут взломить с одним водителем, это плохо. А то, что идет группа из 10 человек, это нормально. Очень по-нашему. Я прямо так и чувствую заботу. Вот еще один погорелец. Тюрбо. Ну, судя по всему, ему камикадзе в крышу угадал. Вот. Тут уже только ничего не осталось. В общем, вот. Такая фигня. Так, провизию, походу, вез. И, может, еще какой-то хлам. Вот. В общем, что еще хотел добавить. Днем боятся отправлять машины. Минутку. Итак, у нас у вас Патриот. Супер машина. У нее даже фары еще почти целые. Она зеленая. А еще внутри. Так, а внутри здесь уже особо ничего. Вон номера какие-то лежат. Вот. У нас на здании. Вот это тоже ничего. Вот. В кузове толком ничего. Какой сюрприз. В общем, вот. Какая досада. Что так. Да, досадно, конечно, новые машины. И выходит из строя. Но такова жизнь. Еще одно прекрасное творение автотаза. Гажули 2104. Даже литой диск сзади есть. Похож на москвичевский. Вот. Ну, естественно, там тоже ничего нет. Ну, в общем, вот. Бывает и такое. Все равно есть мужики с коками, ездят и по светлу. И ничего, вот еще автомобиль, как говорил Леонид Аркадьевич в своем прекрасном шоу, капитал шоу «Поле чудес». Автомобиль УАЗ-2108, еще и с низкой панелью. Что у нас тут есть? У нас тут есть стельки, вау. Она еще и краткокрылка, да, тема. Вот. Ну, то есть, вот забавно, они вот отправляют. То есть, типа, вот за машину страшно, а за людей нет. Ну, какая красивая ракета лежит. Не взорвалась.